Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, возвращаюсь к буксу, своему самому любимому V-Falset. Значит, последнее видео писала по выводу 3 недели назад. Выводила я сколько? 985 тысяч Solana Satoshi. Значит, сегодня буду делать очередной вывод. И за эти 3 недели, так как я вывожу в Solana, у меня 1 миллион Solana монет от этих Satoshi. Вот. Здесь как бы таблица моя показана, мой ежедневный как бы заработок, то, что я за день выполняю. Сегодня 28.06.24. Я еще не заходила, ничего, естественно, не делала. Вот. И вот это внизу ПТС серфинг сайтов. Вот эта полоска у меня показывает ежедневный бонус, то, что я забираю. А вверху это то, что я, естественно, у меня весь доход, я сижу на кране уже до победы, так сказать. Вот, ну, прежде чем выводить монеты, нужно обязательно посмотреть, заполнены ли или пополнены кошельки. Вот, потому что они могут быть как бы не заполнены. Видишь, видите, вот тон нету, как бы потом. И на цивале тоже все, считай, пустые. Потом админ это все пополняет, и вывод будет доступен. Но на данный момент у меня, как видим, я зашла в первую очередь, посмотрела, могу я вывести или нет, так как могут они быть пустые. Видите, второй X 53%. На USDT, на Falset Pay 44%, Litecoin 100%, в Doge 84%, и в Solana монет, то, что я вывожу, на 95% уже народ начал выводить. Но это биткоин на 100%. Значит, вот это токены мои, и они сразу конвертируются. Вот здесь показан доход уже в криптомонетах. Значит, в биткоинах у меня на 2418 биткоин сатошиков, в лайткоин 2 миллиона там с копейками, в тронах это у меня 12 криптомонет трон, в Solana 1 миллион монет, в Dogecoin 11 Dogecoin, и в USDT это у меня, что там у меня, одна монета, что ли? Вот. Ну да ладно. Значит, кошелек у меня прописан. Даже надо проверить. Сейчас зайду на Falset Pay. Обожаю этот букс. Самый лучший. Для меня он на первом месте. Так, адрес Solana. Угу. И я проверяю адрес. Да, все верно. Прежде чем выводить, я ставлю сюда в кружочек галочку. Можно в любой криптомонете. Поставите любую криптомонету. Минимум вывод 500 токенов. Минималка не завышена. Так, вот мои монеты. Разгадываю капчу. И здесь выбираем перевертыш. Вывод. Все, вот видим, да, монеты мои вывелись. И идем на Falset Pay сразу, на домашнюю страничку. И мы видим, платит инстант и V-Falset. Вот такое вот количество монет. Вот они. Да, миллион. 1 миллион 27 тысяч 607 Solana Satoshi. 28 июня. Шикарно. Обожаю этот букс. Так, все, монетки мои обнулились. Сейчас зайдем и видим монеты. Все у меня по нулям.
Значит, что я здесь? На ПТС, еще раз напомню, покажу вам. Здесь три вида дохода. Значит, видим, вот такой серфинг у нас есть. По 168 сразу токенов. И давайте я обычно, когда работаю, я иду снизу вверх. Ну, за 5 секунд давайте посмотрим. Можно возвращаться. Здесь также это все делается быстро. Я просматриваю. Еще перевертыш. Все. Мне зачет, как бы. Следующий вид. Я вот здесь обязательно. И вот эти все рекламки я также просматриваю. Здесь по 77 монет, видимо. И там на уменьшение, значит, тоже. Есть немножко другой. Мы нас перебрасывает на страничку. И вот здесь в правом верхнем углу идет таймер. Показывают нам рекламку. И убираем также перевертыш. Все, зачет я возвращаюсь, закрываю. И еще можно просматривать видео. Но YouTube видео я так больше не смотрю, чем смотрю. Я бы не сказала, что я часто их смотрю. Здесь точно так же кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Здесь в правом верхнем углу сейчас видео загрузится. Вырублю звук сразу. И вот видим, таймер пошел, да? И также ищем перевертыш. Таким вот образом все, зачет. Возвращаемся. Далее что? После двух, если мы посмотрели минимум две рекламки, нам доступен бонус. Бонус он ни на что не влияет. Просто как дополнительно. Идет вот от первого как бы дня. 0 дней, 1 и до 7 дней, как бы. И если вы прошли все дни и ежедневно заходите, то он всегда остается вот по 65 токенов, как бы дополнительный бонус. Просто дополнительные монетки. Забираю этот бонус. Вот. Далее что? Ну и естественно на кране. Вот я сижу, я просмотрю вот эту рекламку свою ПТС-ки. И после я иду на кран. И уже до завершения работ я здесь сижу. Значит, сначала идем. Антибот, обратите внимание, стал вообще шикарный. Раньше он был раскидом, где попало, тут искать его надо. А теперь админ сделал так вверху. Работать одно удовольствие. Перебрасывать меня на страничку. Это ничего страшного. Сначала 10 клеймов будет перебрасывать, а потом не будет перебрасывать вообще. Работать прекрасно. Антибот. Разгадываем капчу. Перевертыш. И все. И таймер идет на 4 минуты. И за 4 минуты можно очень много сделать. Можно и рекламку раскидать. И зайти в другой букс. Ну, в общем, за 4 минуты можно много чего сделать, пока вот идет таймер, да? Так что, чтобы здесь как бы и не сидеть. Можно выбрать на выбор любую криптомонету. Видим, да? Хотите биткоин. Хотите лайткоин. TRX. Вот так кликаете. Я как бы в Solana все время. Ну, как-то так. Очень я рекомендую вам этот букс. Ну, кому интересно, работайте. Не интересно, не работайте. Каждому свое. Возможно, вам и не понравится. Вот, как говорится, это дело хозяйское. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!